Общее сведение. Синдром дыхательных расстройств, СДР, патология раннего неонатального периода, обусловленная структурно-функциональной незрелостью легких и связанным с ней нарушением образования сурфактанта. В зарубежной неонатологии и педиатрии термин «синдром дыхательных расстройств» тождественен понятием «респираторный дистресс С». Синдром – болезнь гиалиновых мембран пневмопатии. Синдром дыхательных расстройств развивается примерно у 20% недоношенных у детей, рожденных ранее 27 недель гестации, в 82-88 процент случаев и 1-2% доношенных новорожденных. Среди причин перинатальной смертности на долю синдрома дыхательных расстройств приходится, по различным данным, от 35 до 75%, что указывает на актуальность и во многом еще нерешенность проблемы выхаживания детей с СДР. Синдром дыхательных расстройств. Причины синдрома дыхательных расстройств. Как уже указывалось, патогенез синдрома дыхательных расстройств у новорожденных связан с незрелостью легочной ткани и обусловленной этим недостаточностью антиатилектатического фактора, сурфактанта, его неполноценностью, ингибированием или повышенным разрушением. Сурфактант представляет собой поверхностно-активный липопротеиновый слой, покрывающий альвеолярные клетки и уменьшающий поверхностное натяжение легких ТЕ, предупреждающий спадение стенок альвеол. Сурфактант начинает синтезироваться альвеолоцитами с 25-26 недели внутриутробного развития плода, однако его наиболее активное образование происходит с 32-34 недели гестации. Под действием многих факторов, в числе которых гормональная регуляция глюкокортикоидами, кортизолом, катехоламинами, адреналином и норадреналином, эстрогенами, гормонами щитовидной железы, созревание системы сурфактанта завершается к 35-36 неделе гестации. Поэтому, чем ниже гестационный возраст новорожденного, тем меньше у него количество сурфактанта в легких. В свою очередь, это приводит к спадению стенок альвеол на выдохе, ателектазу, резкому снижению площади газообмена в легких, развитию гипоксемии, гиперкапнии и респираторного ацидоза. Нарушение альвеолокапиллярной проницаемости приводит к пропотеванию плазмы из капилляров и последующему выпадению гелиноподобных веществ на поверхность бронхиол и альвеол, что еще в большей степени снижает синтез сурфактанта и способствует развитию ателектазов. Легких болезнь гиалиновых мембран. Ацидоз и легочная гипертензия поддерживают сохранение фетальных коммуникаций, открытого овального окна и артериального протока. Это также усугубляет гипоксию, приводит к развитию ДВС-синдрома, отечной геморрагического синдрома, дальнейшему нарушению образованию сурфактанта. Риск развития синдрома дыхательных расстройств повышается при недоношенности, морфофункциональной незрелости по отношению к гестационному возрасту, внутриутробных инфекциях, гипоксии плода и асфиксии новорожденного, ВПС, пороках развития легких, внутричерепных родовых травмах, многоплодии, аспирации мекония и околоплодных вод, врожденном гипотиреозе и ДР. Материнскими факторами риска развития синдрома дыхательных расстройств у новорожденного могут служить сахарный диабет, анемия, родовое кровотечение, родоразрешение с помощью кесарева сечения. Классификация синдрома дыхательных расстройств. На основании этиологического принципа различать синдром дыхательных расстройств гипоксического, инфекционного, инфекционно-гипоксического, эндотоксического, генетического, прегенетически обусловленной патологии сурфактанта, генеза. На основании развивающихся патологических сдвигов выделяют три степени тяжести синдрома дыхательных расстройств. Ай, легкая степень возникает у относительно зрелых детей, имеющих при рождении состояние средней тяжести. Симптоматика развивается только при функциональных нагрузках, кормлении, пеленании, проведении манипуляций. ЧЭД менее 72 в минор, газовый состав крови не изменен. Состояние новорожденного нормализуется в течение 3-4 дней. 2. Средняя тяжелая степень. Ребенок рождается в тяжелом состоянии, которое нередко требует проведения реанимационных мероприятий. Признаки синдрома дыхательных расстройств развиваются в течение 1-2 часов после рождения и сохраняются до 10 суток. Необходимость в дотации кислорода обычно отпадает на 7-8 сутки жизни. На фоне синдрома дыхательных расстройств у каждого второго ребенка возникает пневмония. 3. Тяжелая степень обычно возникает у незрелых и глубоко недоношенных детей.
Признаки синдрома дыхательных расстройств: гипоксия, апноэ, арефлексия, цианоз, резкое угнетение ЦНС, нарушение терморегуляции возникают с момента рождения. Со стороны сердечно-сосудистой системы отмечается тахикардия или брадикардия, артериальная гипотония, признаки гипоксии миокарда на ЭКГ. Велика вероятность летального исхода. Симптомы синдрома дыхательных расстройств. Клинические проявления синдрома дыхательных расстройств обычно развиваются на 1-2 сутки жизни новорожденного. Появляется интенсивно, нарастает тахипноэ ЧД до 60-80 в минуту с участием в дыхательном акте вспомогательной мускулатуры, втяжением мечевидного отростка грудиной межреберий, раздуванием крыльев носа. Характерны экспираторные шумы, хрюкающий выдох, обусловленные спазмом голосовой щели, приступы апноэ, синюшность кожных покровов. Сначала периоральный акроцианоз, затем общий цианоз, пенистые выделения изо рта, часто с примесью крови. У новорожденных с синдромом дыхательных расстройств отмечаются признаки угнетения ЦНС, обусловленные гипоксией, нарастание отека мозга, склонность к внутрижелудочковым кровоизлияниям. ДВС-синдром может проявляться кровоточивостью из мест инъекций, легочным кровотечением и так далее при тяжелой форме синдрома дыхательных расстройств. Стремительно развивается острая сердечная недостаточность гипотомегалией, периферическими отеками. Другими осложнениями синдрома дыхательных расстройств могут являться пневмонии, пневмоторакс, эмфизема легких, отек легких, ретинопатия недоношенных, некротический энтероколит, почечная недостаточность, сепсис и ДРЭ. В исходе синдрома дыхательных расстройств у ребенка может отмечаться выздоровление, гиперреактивность бронхов, перинатальная энцефалопатия, нарушение иммунитета, ХНЗЛ, буллозная болезнь, пневмосклероз и ДРЭ. Закрывающая круглая скобка точка. Диагностика синдрома дыхательных расстройств. В клинической практике для оценки степени тяжести синдрома дыхательных расстройств используется шкала И. Сильвермана, где в баллах от 0 до 2 оцениваются следующие критерии: экскурсия грудной клетки, втяжение межреберий на вдохе, западение грудины, раздувание ноздрей, опускание подбородка на вдохе, экспираторные шумы. Суммарная оценка ниже 5 баллов свидетельствует о легкой степени синдрома дыхательных расстройств, выше 5 средней, 6-9 баллов, а тяжелая от 10 баллов, а крайне тяжелой степени СДР. В диагностике синдрома дыхательных расстройств решающее значение отводится рентгенографии легких. Рентгенологическая картина изменяется в различные патогенетические фазы. При рассеянных ателектазах выявляется мозаичная картина, обусловленная чередованием участков снижения пневматизации и вздутия легочной ткани. Для болезни гиалиновых мембран характерны воздушная бронхограмма, ретикулярно-надозная сетка. Стадия отечно-геморрагического синдрома определяется нечеткость, размытость легочного рисунка, массивные ателектазы, определяющие картину белого легкого. Для оценки степени зрелости легочной ткани и системы сурфактанта при синдроме дыхательных расстройств применяется тест, определяющий отношение лецитина к сфингомиелину в околоплодных водах, трахеальном или желудочном аспирате, пенный тест с добавлением этанола в анализируемую биологическую жидкость и ДРЭ. Возможно использование этих же тестов при проведении инвазивной пренатальной диагностики амниоцентеза, осуществляемого после 32 недель гестации. Состояние ребенка, обусловленное синдромом дыхательных расстройств, следует отличать от врожденной пневмонии, пороков дыхательной системы, атрезии, ХЛАН, ВПС, родовой травмы, врожденной диафрагмальной грыжей ДРЭ. В рамках дифференциальной диагностики выполняется нейросонография, рентгенография позвоночника, люмбальная пункция, ЭКГ и ХОКПР. Лечение синдрома дыхательных расстройств. Ведение ребенка с синдромом дыхательных расстройств осуществляется неонатологом, детским анестезиологом, реаниматологом с привлечением в случае необходимости детского невролога, детского пульмонолога, детского кардиолога и ДРЭ. Ребенок с синдромом дыхательных расстройств нуждается в непрерывном контроле ЧС, ЧД, газового состав крови, КОС, мониторинге показателей общего и биохимического анализа крови, коагулограммы, ЭКГ. Для поддержания оптимальной температуры тела ребенок помещается в кувёз, где ему обеспечивается максимальный покой и валилеингаляции увлажненного кислорода через носовой катетер, парентеральное питание.
Ребенку периодически выполняется трахеальная аспирация, вибрационный и перкуторный массаж грудной клетки. При синдроме дыхательных расстройств проводится инфузионная терапия раствором глюкозы, гидрокарбоната натрия, трансфузия альбумина и свежезамороженной плазмы, антибиотикотерапия, витаминотерапия, диуретическая терапия. Важным слагаемым профилактики и лечения синдрома дыхательных расстройств является эндотрахеальная инстилляция препаратов сурфактанта.